Всем привет, с вами профессор. Продолжаем прохождение игры Company of Heroes 2. Это четвертая серия под названием «Чудесная зима». Будем бить фашистов зимой. Январь 42 года, подступы к Москве. Русская зима 41 года изменила весь характер сражений на Восточном фронте. Хоть советским бойцам и приходится бороться с обледенелыми дорогами и ослепляющими метелями, к такой зиме они приспособлены куда лучше, чем противник. Вермахт оказался на редкость не готов к холодам. Танки обездвижены. Пути снабжения заблокированы. Тысячи солдат замерзли насмерть. Суровая зима, убивая бойцов обеих армий, тем не менее помогла Советскому Союзу защитить Москву. Мы сильно недооценили русских, размер их страны и коварство их климата. Так нам мстит реальность. Генерал вермахта Кайнц Гудериан. Или Гудериан. Так, ну что, мы играем на норме. Поехали. Наша победа в тот день прервала наступление фашистских захватчиков. Мы остановили их, задержали, и они встретились с нашей суровой зимой. Но какой ценой? Вы всегда с готовностью приносили в жертву многих отважных ребят. Неужели их жизни настолько дешевы? Не мог же я переживать из-за каждого солдата, который шел на смерть. Они понимали, что стояло на кону, и своим мужеством дали нам время, которое было совершенно необходимо. Да, цена победы, как говорится. Так, это мы читали. Советские снайперы снаряжены и обучены так, что на них не действуют морозы. Прикол. Значит, судя по всему, сейчас будет задание, будем бегать по сугробам. Так, и обогревать солдат. Ну, давайте попробуем. Вообще сложное задание, я вот на легком уровне играл, и я даже умудрился завалить. А сейчас на среднем, ну посмотрим. Бам. Понятно. Так, ну вот это мои солдаты сейчас дадут управление. Ищем костры или здания. Так, далее управление, пошли. Давайте, ребята, идите, вот те дохнут уже сзади. Но не останавливайтесь, замерзнете. Вот костер, давайте. Успеет. Я не чувствую ног. Не-а. Откинул копыта. Смотрите, товарищ, у того костра можно согреться. Так, все, его уже не отогреть, не спасти. Да, все. Один отряд помер. Так, товарищи, думаю, никто не будет спорить, что мы, конечно, промерзли до костей. Но ведь... И фашистам не легче. А? Давайте воспользуемся этими адскими морозами и выбьем немцев из-под Москвы. Так. Они отошли на оборонительные позиции где-то в этом районе. Наши разведчики выдвигаются на позиции. Вы встретитесь с ними и поможете с подрывными операциями. Наши силы ограничены. Постарайтесь не замерзнуть и не погибнуть. Так, отбейте район у немцев. Ясно. Ну давайте, здесь, ребят. Так, а что они умеют? Полевые укрепления, понятно. Ладно, давайте, пошли. Выступаем.
Куда они идут? Почему они не идут вот слева? Почему они... Такой глубокий снег нас замедлит. По дорогам и тропам мы будем передвигаться быстрее. Понятно. Так, опа, это что такое? Легкий пулемет, отлично. Оставайтесь в укрытии, чтобы защититься от ветра. Тепло не будет точно, но хотя бы останетесь живы. Так, давайте пулемет возьмем. Хорошая вещь. О, костер. Так, давай, давай, двигаемся, двигаемся. Так, теперь сюда. Быстрее. Ваш приказ, товарищ. То замерзнете. Этот лагерь. Наверное, тут был передовой отряд. Но где они? Так, отогреваются. Да, так, отходим. Где там засада? А, во, фашисты. Фрицы. Нас обстреливают. Так, стреляйте в ответ. О, пулемет оказался хорошей вещью. Давайте, стрелять, стрелять. Так. Так. Нормально. Как, кто прорван? Куда прорван? Давайте вот это. Нормально. Русские снайперы. Так, отлично. Разведчики, мы спасены. Это вот эти наши, да? Так, отлично. Все, давай, идите сюда. Вы добрались. Отлично. Мы боялись, что вы тут замерзнете насмерть. Так, пулемет. Подумаешь, легкий ветерок. Разве это мороз? А теперь скорее отогревайтесь. Нам надо разведать немецкие позиции. Так, задача выполнена. Разведайте подходы к немецкому аванпосту. Блин. Ладно, давайте. Давайте потихоньку. Так, брать мне этот пулемет. MG-42. Так, снайперы не могут это делать, понял? Я в пути. Огонь не открывать. Он может выдать наше местоположение. Кстати, не стрелять. Не стрелять. Так, давайте. Выступаю. Блин, вот эта метель, ни черта не видно. Так, это что? Боеприпасы. Это что? Да, давай. Нам пришлось укрыться от холода. О! Но мы готовы оказать вам помощь. Мороз парализовал немецкие танки. Это удобная возможность их подорвать. Ну-ка. Саперы, поставьте заряды. Так. А еще с этим мои саперы сдохнут. Саперы наготове. Так, давайте иди сюда. Саперы, заходим внутрь. Получай, засранец! Так, отлично. Ага, значит, нужно еще танки уничтожать попутно, понял. Вам что-то нужно? Да, идите сюда. Отправляйся туда, где я нужен. Так, давайте возьмем наш вот этот. Солдаты готовы. И переведем их. Сюда. Блин, они ж так помёрзнут, как эти. Товарищ, готово двигаться. Вам нужен снайпер? Меняю позицию. Опа. Рядом немецкий аванпост. Мы можем замаскироваться, чтобы скрыть свое приближение. Переведите снайперов в укрытие для маскировки. Окей. Так, где они идут-то? Стрелки готовы. Давайте, давайте, шевелите булками. Так, хорошо. То есть они нам тут советуют встать вот тут вот в укрытии, да?
Так, отогревается, хорошо. Моя винтовка готова. Вас понял. Есть. Ну, если от меня там будет польза. Так. Можно запустить осветительные, чтобы найти противника. Ага. Готов. Готов двигаться. Готово. Так, хорошо. Так, давайте вот так вот встанем. Так. Да, товарищ. Так. Огонь по готовности. Так, это залповый огонь. Так, осветительная ракета. Пустите ракету. Так. И чё? Немцы прямо перед нами. Если зайдем вон в то укрытие, сможем поразить цель. Ага. Понял. Снайпер готов. Передвигаюсь. Действительно? Меняю позицию. Так, стойте. Я жду. Меняю позицию. Так. Вам нужен снайпер? Опа. Захожу к листу. А куда вы идете-то? Блин, началось. Они идут прямо в путь, куда стрелом. Снайпер наготове. Как? Отряд врага уничтожен. Блин, сейчас наших убьют. Ждем вашей команды. Давайте, выходите, помогать надо. Мы в пути. Есть. А, прибили? Молодцы. Вот молодцы, а. Так. Что вам нужно? Отлично. Надо бы их как-то полечить, что ли? Так, здесь эти... Ага. То есть, если они стоят в укрытии, то ветер для них не особо страшен. Правильно я понимаю? Так, давайте еще ракеты запустим осветительные. Так, как это делается? Вот так. Запустите ракету. Да, я русский, но не все русские любят водку. Да, я русский, но не все русские любят водку. О, отлично. Ратва, нас повышают. Они палят очень хорошо издалека. И пулемет. Отлично. Пулемет в конец. Так, отлично. Так, там еще кто-то есть, я вижу. Мои сестры революционерки будут гордиться. Это точно. Новобранцы на месте. Давайте меняем сюда. Позицию. Так, они, похоже, замерзают все-таки, нет? Нет. Так, давайте этих вызовем. То есть вот не падает градусник, значит они не замерзают. Они как бы от ветра спрятались. Вам нужно что-то взорвать? Да, товарищ. Так, хорошо. Давайте еще запустим осветительные ракеты. Освети путь ракеты. Так, что тут? Чуть никого нет, что ли? Все умерли? Здорово. Всех поубивали, отлично. Так. Ну да, похоже, всех там поубивали. Так, ладно. Так, эти тут не помёрзли. Сапёры наготове. Хорошо. Так, ну что ж, я чувствую, что если мы сейчас вот сюда придем, то здесь обязательно прибегут какие-нибудь черти, и с ними придется перестреливаться. Стопудово. У вас есть цель?
Так, ладно. А, он сейчас не может, да, выстрелить? Товарищ? Ясно. Так, ну что, хорошо. Пойдемте. Так, где здесь? Так, о. Мы идем. Готово. Меняю позицию. Вам нужен снайпер? Я в пути. Кого надо убить? Кого надо убить? Да вот ты только мне нужен. Да не сюда. Блин, как они. Так, хорошо. Теперь. Давайте попробуем, запустим. Не можно. Блин, один остался. Один стрелок остался. Так. На 35 секунд. Ясно. Так, а это что? Еще один пулемет. Так. Так, 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 так. Ладно. Солдаты готовы. Давайте сюда. На марше. Вам нужен снайпер? Передвигаюсь. Так, залезли. Все, им тепло, хорошо. Теперь. У вас есть цель? Так, он не может брать. Опа, опа, опа. Где? Ой, блин, у меня весь отряд погиб. Ё-моё. Плохо дело. Так, короче, у меня полег весь отряд в этом месте. Хреново. А как так получилось, что они все померли? Не понимай. Ой, бестолковый, как у вас спите. Так, а можно мне каких-то солдат вызвать откуда-нибудь, а? Нет? Ладно. Готов, ваши приказы. Так, давайте. Выходите отсюда. Саперы наготове. О, тут вот что-то есть тут. Так, давайте подзорвем. Саперы выдвигаются. А мы можем это взорвать? Что-что-что? Починить? Нет. Взорвать. Недостаточно ресурсов, понял. Так. Давайте вот это. Подготовить и поставить взрывчатку. Так. Аванпост наш. Отлично. Мы предоставим вам в помощь дополнительные войска. О, хорошо. Мы пойдем дальше. Рядом должен быть еще один немецкий склад. Так, отлично. А где мои вторые войска? Они что, дохнут? Вот они. Давайте сюда. Так, что происходит? Ничего, подвисло. Так, ну ладно, пусть они здесь стоят. Тогда хорошо, хорошо. Согласен, пусть греются. Так, сорвали 3 из 10 танков. Вам нужно что-то взорвать? Хорошо.
Так, давайте сюда. Действительно? Меняю позицию. Товарищ. Так, а он один? Меняю позицию. Да, он один. Так, а кого нам дали? Гвардейский отряд готов. Ого. Так, противотанковое ружье. Мы заказали ТП-28. Отлично. Гвардия на месте. Так, нам дали гвардейские... Мы ждем приказов. Войска. Это хорошо. Так, что мы еще здесь можем взять? Например... Станковый пул. Наша огневая мощь возросла. Не дайте оружию пропасть зря. Хорошо. О, еще один. Бронетранспортер. Посадить пехоту туда. Ну-ка. Я жду. А, его нельзя сюда посадить. Ясно. Так. Идите сюда. Пулемет готов. Пулемет. Пулемет перемещается. Так, а я могу вызвать новобранцев? Да, могу. У нас появились свежие новобранцы. Вот, сейчас мы тут всех пополним, все будет отлично. Выходите. Саперы наготове. Давайте сюда. Занимаем строение. Так, где идут? О, новобранцы идут. Бегут. Так, обнаружьте немецкий топливный склад. Понятно. Так, новобранцы, вы где? У нас появились свежие новобранцы. Так, давайте полечим. Заступайте на так. Службу в этом отряде и подведите нас. Так, теперь. Вам нужно что-то построить. Ждем вашей команды. Давайте. Это лучше, чем идти. Будете ездить на... Драндулете. Готово. Ну, если от меня там будет польза. Мы можем реквизировать этот транспорт для наших солдат. О! Ждем приказов. Ну-ка. Приступаем. Нифига, тарантайка. Отряды, находящиеся с вашим, можно пополнять. Интересно. Это как это? Так, а это что? Задний ход. А, интересно. Так, а можно починить? Ну-ка. Починить. Если можно починить, почините. Ну-ка, давайте. Ого! Ничего себе, смотрите. Смотрите. Чинят, смотрите, натурально. Нормально. Все? О, отлично, починили. Заходим. Так, мне еще нужно пополнение. Давайте мне еще. Новобранцы прибыли. Так, хорошо. Значит, у нас теперь есть... у нас есть теперь трактор чудесный. Ну-ка, как он ездит, дайте. Нифига. С автоматами, с пулеметами. Так, хорошо. Где наши эти? А вот они, новобранцы. Так. У нас появились свежие новобранцы. Так, давайте пополним. Поможете отряду. Так. Теперь. Пулемет готов. Давайте попробуем этот пулемет сюда запихать. Нет, загружаемся. Ну-ка посмотрим, что получится. Оп. Смотрите, залезли. Нормально. Так, теперь. Да, товарищ. Новобранцы. Вы можете еще кого-нибудь полечить? Этих нет. Этих нет. Сейчас, секунду. Не-а. Все, они больше никого не могут полечить. Ладно, тогда идите сюда. Так, ну что, хорошо. Значит, у нас получается...
займем. Так. Пулеметчики готовы. Эти тоже сюда. Пусть пулеметы прикрывают подходы. Так, значит, что у нас получается? У нас... А это что? А я могу, кстати, скажем, снайпера сюда запихать. Да. То есть можно два отряда запихать. Ладно. О, смотрите, тут что-то есть. Так, ясно. Боеприпасы. Ну хорошо, пойдемте потихоньку. Вам нужен снайпер? Сейчас выстрелим. Так, хорошо. Давайте пулеметчиков. Ну-ка, пулеметчики, выходите. Блин. У нас есть ДП-28. Дайте нам. Давайте. Влезайте. Полно работы, а вы тут. А, кстати, где-то здесь же был танк, нет? Нету. Так, странно, там никого нету. Подозрительно. Так, хорошо. Нет, вроде больше. Мы тут все взорвали, по-моему. Все танки. Надо взорвать 10 танков. Так, хорошо. Ну, поехали потихоньку. Иду на территорию врага. Так. Вот так. Так. Где они? Где они? Вот эти. Мы ждем приказов. Так, сюда. Как-то вот так можно? Да, идем. Да, товарищ. Машина готова двигаться. Никого нет? Очень подозрительно. Вам нужен снайпер? Снайпер в пути. Так, давайте. Возьмите, тут что-то валялось. Это пригодится. Так, хорошо, а теперь... Давайте новобранцев. Ваш приказ, товарищ. Давайте, двигайте сюда. Странно, вот тут явно что-то есть. Никто не выходит. Так. Готово. Давайте еще одну осветительную. Освети путь ракеты. Что с приказом? Машина меняет позицию. О! О! Пехота, пехота, обстреливает машину! Ну и что? Ответный огонь! Где вы вам нужны? Давайте, гранату. Так, а чего вы не бросаете гранату? Идиоты. Если ваши бойцы несут потери от холода, налицо преступная халатность командира. Блин! Давайте быстро сюда. Успеют, интересно. Или замерзнут. Чё, все? Все? Замерзли, нет? Нет. У нас появились свежие новобранцы. Готово. Да, товарищ. В пути. Так, нормально. Так, эти все-таки выжили. Гвардия на месте. Гвардия выжила все-таки. Уже хорошо. Солдаты готовы. Мы вышли. Так, это у нас будет подкрепление. Я их сейчас разбросаю. По... У нас появились свежие новобранцы. Хорошо. Это очень хорошо. Здесь нет трусов.
Так, давайте этих полечим. Новобранцы, этому отряду нужны бойцы. Хорошо. Вам нужно что-то построить? Новобранцы на месте! Я как видел, как наш КВ. 25 снарядов выдержал, не меньше. И не царапины. Мы Красная Армия, служим народу! Меняем позицию! Так, хорошо, теперь будем атаковать вот сюда, я так понимаю. Новобранцы на месте! Так, кого я могу полечить? Никого. Солдаты готовы! Вперед! Ждем приказа, выступаем. Действительно? Молодец, с одного выстрела. Молодец, крутая. Пулеметчики готовы. Так, ладно, давайте пулеметчики сюда. Взвод пулеметчиков в пути. Вам нужно что-то взорвать? Идем. А это будет видно сейчас. Так, все, здесь больше у меня никого не осталось. Так. Что вам нужно? Давайте сюда. Давай сюда. Отправляюсь туда, где я нужна. Саперы наготове. Так. Да, туда, товарищ. Так. У нас есть ДП-28. Дайте вперед! Вперед! Так, я могу еще вызвать кого-нибудь. Новобранцы прибыли. Так, отлично. Да, товарищ, ваша готовность. Так. А их, может, надо починить, эту машину-то. Вывести. Наружу, ребята. Вам нужно что-то построить. Необходимо провести ремонт. Так, отлично. У нас появились свежие новобранцы. Пулеметчики готовы. Входим. Отлично. Так, эти так нормально так ремонтируют. Так, главное, чтобы они не померзли здесь. Вам нужно что-то взорвать? Так, тут место занято. Идем. Так, хорошо, пришли новобранцы. Так, кого можно... Нужно. Никого? Странно. Ваш приказ, товарищ. Так, сейчас. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Ждем вашей команды. Не, никого... Странно, у меня все ждем приказов. Все отряды здоровые. Так, хорошо. Это у нас танковый пулемет. Ну, давайте этим новобранцам дадим. О-о-о, что? О, вон они. Блин. Да что вы говорите? Посмотрим, как вам это. Готовы.
О, граната, хорошо. Так, они сейчас замерзнут. Да быстрее идите. Они лежат тут, блин. Давайте быстрее. Ой, идиоты. Так, ладно. Действительно? Меняю позицию. Успеют? Вряд ли. У нас появились свежие новобранцы. Да, успели, смотрите-ка, успели. Сохранили этот отряд. Так, ладно, эти тут. Так, ну что, хорошо. Саперы наготове. Что здесь можно взорвать? Ничего. Приказ понятен. У нас появились свежие новобранцы. Хорошо. Так, можно взять этот пулемет. Можно взять этот пулемет. Ага, вот он, похоже, вот этот склад, да? Но вот на самом деле это большой вопрос, нужны мне эти пулеметы или нет. Понятно. Так. Вот они бегут. Бедняги. Так, давайте, давайте. Пора уходить, товарищи. Стрелки готовы. Мы в пути. Пулеметчики готовы. Готов двигаться. Так. Новобранцы на месте. Так, давайте. Оп. Вы замените тех, кто пал смертью храбрых. Понятно. Солдаты готовы. Так, давайте, возьмите пулемет. Людей к пулемету. Так, ну что, здесь похоже будет какой-то пиф-паф, точно. Так. Пулемет готов. Выступаем. Давайте, давайте. Мы готовы. Машина готова к двигаться. Мы достигнем цели. Пулемет готов. Это хорошая позиция для пулемета. Так. Если они здесь прячутся, они будут замерзать? Похоже, нет. Так, а куда она там стреляла-то? Наша. Так, ясно. Так, давайте их сюда. Так, теперь этих. Где-нибудь можно здесь спрятаться? О! Так. Пустите ракету. Да, товарищ. Так, танки стоят. Так, здесь у них пулемет внутри. Так, куда они стреляют? Мне тут не нравится. Пулемет подавлен. Так. Нормально, хорошо. Яблочко. О, йо! Чё, наш весь отряд погиб? Блин. Они успели бросить гранату, гады. Ладно, поехали. Жалко. Хороший был отряд. Так, давайте-ка сюда. Пулеметчики готовы занять то здание. Ясно. Пулемет готов. Так, давайте сюда. Мы занесем пулемет внутрь. Так, это кто? Да, товарищ. Новобранцы. Новобранцы, поступайте в этот отряд.
Так, кого я могу вызвать не новобранцев? Так, не ясно. Вам нужен снайпер? Ну, если от меня там будет польза. Вам нужно что-то поставить. О, смотрите-ка, вот можно починить вот эту штуку. Бронетранспортер. Мы в пути. Так. Еще что у нас тут? Все? Больше никого нет у меня. Жалко. Жалко, вот тот отряд погиб. Мы вновь показали себя хорошими бойцами. Но наша работа еще не закончена, товарищи. Понятно, понятно. Остался как минимум еще один склад на северо-востоке, на другом берегу. Но нужно продвигаться осторожно. Немцы наверняка знают, что мы идем. Понятно. Так, нам еще нужно взорвать немецкие танки, вот эти вот, которые тут стоят. Так, кого я могу вызвать? Еще подкрепление. Никого. Только этих несчастных новобранцев. Так, тут точно никого нету моих? Нету? Нету. Жаль. Так, ребята, вы что мерзнете-то? Давайте сюда. Так, вот эти. Давайте сюда. Так, новобранцы прибыли. У нас появились свежие новобранцы. Так, кого они могут? Ага, вот этих. Поможете отряду? Становись! Так, хорошо. Ваш приказ, товарищ? Сюда. Так, а эти тут что Партия делают? На месте. Занять то здание. Так, хорошо. Теперь выводим саперов. Взрываем вот эту фигню. Товарищи, поставьте взрывчатку. Так, хорошо. Тем временем я вызову еще. У нас появились свежие новобранцы. Так, стойте, стойте. Да, давайте возьмите да, вот это. Нам это пригодится. Так, сейчас взорвем. Это вам за Алёшку, сволочи. Подождите. Я своих подорвал. Вам нужно... Занимаем строение. Или нет? У нас появились свежие новобранцы. Так, давайте. Ваш приказ, товарищ? Нет. Так, давайте. Они сейчас замерзнут. Это вам говорит за Алёшку. Мы вышли. Так. Закрепиться здесь. Давай, 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 давай. Успели. Фу. Так, хорошо. Есть. Заходим внутрь. Так, тогда получается, мне нужно еще больше. Еще больше мне нужно солдат. Так, хорошо. Блин, если я взорву вот эти, то я взорву и свою тоже. Своих тоже взорву. Давайте попробуем. Так, ребята, значит, вы пойдете вот сюда. У нас появились свежие новобранцы. Так, где они? О, ребята, берем пулемет. Выделить людей к пулемету. Так. Давайте сюда. На марше. А, не, лучше сюда ближе. Отбываем. Успеют. Так, хорошо. Теперь выводим вот этих. Так, сюда. Получается. Не получается. Так, вот этих. Сюда. Так, эти. Ждем вашей команды. Давайте. Да, товарищ.
Хорошо, процесс идет. Так, они тут греются, нет? Так, хорошо. Солдаты готовы. Выступаем. Пулемет готов. Пулемет перемещается. Отлично. Так. Новобранцы, на... залезайте, товарищ. Угу. Да, товарищ. Выступаем. Да, товарищ. Так. У меня же где-то были пулеметчики, я помню. Ага, вот они здесь, вот они. Пулемет готов. Орудийный расчет загружается в машину. Так, хорошо, давайте все вот это взрываем. Вылезайте. Мы нужны снаружи. Взрываем. Установить взрыв пакет. Так. Отлично. Так, где наши? Взрываем. Так, хорошо. Мы взорвали 7 из 10 танков. Так, хорошо. Саперы, давайте сюда. Будем ремонтировать. Так, сколько их тут? Давайте сюда. Так, отлично. А где эти? Вот они. Действительно? Так, хорошо. Солдаты, вот они. Давайте будем ремонтировать. Саперы, требуется ремонт. Все, готово. Пойдемте, товарищи. Так, отлично. Отлично. Все, вроде у нас теперь два бронетранспортера. Так, это у нас гранаты, пулеметы. Так, это просто новобранцы. Так, это разведчики. Так, хорошо. Меняю позицию. Так, куда-то сюда надо, да, значит, направо. Так, а есть еще какие-то немецкие танки, которые надо уничтожить, нет? Походу, нет. Может, есть? А, здесь мы были. Так, ладно. То есть, получается у нас... А это что такое? А, непонятно. Ну, ладно. Так, хорошо, все, товарищи. Давайте сюда. Так, где здесь у нас были снайперы? Снайперы. Товарищ? Да, вот здесь. В пути. Да, тут что-то есть. Ждем приказа. Так, хорошо. Так, эти ребята не мерзнут? Солдаты нет? Готовы. Пулеметчики готовы. Ясно. Так, это наша вся пехота здесь, да, значит, сконцентрировалась. Так, давайте попробуем на разведку. Вам нужен снайпер? Снайпер в пути. Вот так вот. Так, это... Боеприпасы. Ясно. Не-не-не. Вот так здесь давай. Так, не стрелять. Так, посмотрим, что здесь. Так, какой-то, какая-то речка. Так, хорошо. Так, давайте саперов. Давайте сюда. Подними.
Ну, наверное, для начала пусть они здесь погреются. Опа-опа, что-то там показывало. Ага. Это они сидят здесь в деревне. Понятно. Так, сейчас мы саперами сначала сыграем. Так, пусть они там греются. Машины на подведем, поехали. Да, товарищ. Раздуваем. Товарищ. Так. Разрешаю огонь. Давайте осветительно. Пустите ракету. А осветительно это где? Это был трудный выстрел. Опа. Че, все, конец. Отлично. Так, саперы. Вам нужно что-то построить? Давайте сюда. Так. Еще 13 танков. О, это танк, танк немецкий, елы-палы. То здание, ребята. Фига, он с пушкой. Надо же. Так, хорошо, допустим. Теперь, где наши... Да, товарищ. Так. Пулемет готов. Где? Солдаты готовы. А, понял. Давайте сюда. Занять это сооружение. Так, теперь вот эти... Пулемет готов. Они сюда же влезут. Понятно, хорошая позиция. У нас есть ДП-28, дайте нам цель. Тепло, и мухи не кусают. Так, сюда, наверное, не влезут уже. Занято. Блин, замерзнут. Товарищ. Так, ясно. Ладно, пусть пока сидят. Я вот думаю, может проехаться вот так. На бронетранспортерах. Ждем приказов. Приказ понятен. Да, товарищ. Выступаем. Для того, чтобы... Пулеметчики готовы. Вперед, товарищи. Наши пулеметы нужны. Посмотреть на разведку, так сказать. О, вот еще танк. Так, тогда здесь нужны саперы. О, вот еще снаряжение. Так, ясно, все понятно. Вам нужно что-то взорвать? Да, нам нужно взорвать. Так, хорошо. Значит, тогда эти идут. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Сейчас дадим. Пулеметчики готовы. Сюда. Так, где они? Саперы наготове. Давайте, давайте, жмите. Так, кстати, пусть погреются. Саперы в пути. Здесь. Так, значит, задание такое. Надо взрывать немецкие танки, которые здесь вот валяются. И насколько я понимаю, мне, наверное, нужно высадить один отряд. Да, я знаю даже какой. Вот да, товарищ. Пулеметчики из машины. Блин, я хотел не пулеметчиков, вам а... Вот этот. Немцы умеют делать машины. Так, где они? Вот они. Вам нужно что-то построить? Да, сейчас. Так, где снаряды? То есть не снаряды, а эти... Блин. Боеприпасы где-то были здесь. Так, вот они. Вам нужно что-то взорвать? Да, давайте, берите вот это, да, и взрывать будем. Так. Мы готовы. Приказ понятен. Так, ребята. Взрываем вот это. Подготовить и поставить взрывчатку. Серьезно? А как это сделать?
Так, нет, нет, нет. Вам нужно что-то построить. Надо взорвать, взорвать вот это. Саперы, поставьте заряды. Вам нужно что-то взорвать. Загружаемся в машину. Готов. Готово. И я в пути. А как можно полечить ближайшего бронетранспортера? А, понятно, достиг максимума. Так, хорошо, пусть пока проедемся. Так, пришли еще вот эти снайперши. Вам нужен снайпер? Передвигаюсь. Так, хорошо. Выходят саперы. Так, давайте, саперы. Саперы наготове. Так, взрываем. Товарищи, поставьте взрывчатку. Отряд, загружаемся. Так. Хорошо, значит, снайперы. Так, взрываем. Сдохни! 8 из 10. Поехали. Так, это неспроста, вот эти боеприпасы, это неспроста, это значит, здесь что-то... Так, мы вот тогда вот этим отрядом и будем ходить. Так, здесь есть танки? Товарищ лейтенант, мы укрывались в этом здании от обстрела. А, еще одни. Отлично. Укрывались в этом здании. Укрывались они. О, вот танк еще один. Так, хорошо. Больше здесь танков нету. Укрывались они в этом здании. Готовы к несению службы. Молодцы, что я могу сказать. Установить взрыв пакет. Так. Слушайте, вот здесь вот боеприпас, вот он лежит. А что он здесь неспроста лежит. Так, давайте. Саперы наготове. Мы в пути. Гори, сволочь! Так, гори, сволочь, хорошо. Так, ладно, а сейчас они погреются, а мы пока всей этой толпой... Так, сюда поедем. Так, ребята погрелись. Все, выходите. Да-да-да, давайте перейти этот. Так, ну что, где-то еще танк может... 9 танков мы взорвали. Так. Отлично. Саперы наготове. Саперы, так. Заходим внутрь. Так, давайте попробуем. Машина меняет позицию. А мы отсюда же пришли. Так, ясно. Хорошо, тогда не надо отставить. Так, здесь что, есть что-нибудь? А, мы отсюда же пришли, это же самое начало. Так, здесь нету танков, нет немецких. Да, товарищ, так, хорошо, я все понял. Значит, надо ехать обратно отсюда. Так, затягивается вся процедура. Так, хорошо. Эти товарищи... Давайте сюда.
Так, тут есть что-нибудь? Пока нет. Так, хорошо, давайте осветительные ракеты. Так, понятно. Скорее всего, здесь тоже где-то танки должны быть немецкие. Так, эти тут замерзают. Блин. Они сейчас сдохнут. Нет, давайте сюда. До здания, ребята. Снайпер, слушай. Отправляйся туда, где я нужен. Так, ясно. Здесь ничего нету. Так, ну хорошо, тогда мы вот этих высадим. Нет, 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 не эта машина. Стой. Да. Вам нужно что-то поднимать. Пулемет, орудийный расчет загружается в машину. Так, в машину. Хорошо. Так, эти тут согрелись. Несчастные. Так, они тут замерзнут. Точно. Так, есть тут что-нибудь? Похоже, нет. Так, ладно. О, вот он танк, вижу. Блин, тут саперы, которые вот в этом доме прячутся, они померзнут, пока они дойдут. Хоть куда-нибудь. Они точно сдохнут. Как их тогда... отвезти хоть куда-нибудь, чтобы от них польза была. Вам нужно что-то построить. Да, давайте. Вам нужно что-то взорвать? Так, давайте попробуем вас. Куда вас отправить-то можно? Мы выдвигаемся. Не, ну это какая-то глупость. Мы входим. А из этих я никого не могу выгнать, да? Ждем приказа. Ладно, пусть выходит. Входим. Саперы наготове. Подготовить и поставить взрывчатку. Так, нам хорошо, идти сюда. Это была немецкая машина, но они уже мертвы. Залезайте. Так. Ну, есть вариант какой? Есть вариант такой. Сейчас мы оставим здесь один отряд, а потом бронеавтомобиль сгоняет. Вам нужно что-то. Загружаемся в машину. Сгоняет за... Так. А, все! 10 штук. Все, отлично, супер. Ну вот, например, смотрите, мы берем новобранцев, высаживаем их. Так, берем их. Новобранцы на месте. Сюда ставим. Мы в пути. Ну это к примеру, да, просто. Немцы умеют делать машины. Вот, и они будут здесь стоять просто. И не мерзнуть. Вот в чем смысл. Вот. Ага, точно. А этот тогда я сгоняю за этими. Машина готова двигаться. Так, хорошо. Так, значит, здесь фрицы, значит, мы с ними будем биться сейчас, я так чувствую, будет большая битва. Ну хорошо, я когда играл на легком уровне, я не все танки взорвал, точнее, я вообще ни один не взорвал. Да, туда, товарищ. Только сейчас догадался, что их надо вообще взрывать. Так, вообще вот этих саперов, которые здесь грелись всю дорогу. Ждем приказа. Так, у меня не было. Водитель, поехали.
Так, хорошо. Так, значит, теперь давайте разрабатывать коварный план. Значит, мы должны захватить вот этот аванпост. Но самое страшное, что мы его не просто должны захватить, а там будет, после того, как мы его захватим, будет большая битва. Так, и нас будут реально убивать. Этот отряд можно пополнить у ближайшего бронетранспортера. Как это сделать? То есть нужно что, подойти или что нужно сделать? Как пополнить? Нет. Пополнить пониже. А, или бы... А, БТР М5. А это не БТР М5, это БТР... Фиг пойми какой. Так, ладно, давайте потихоньку стрелять этих фрицев. Действительно? Освети путь ракеты. Ждем приказа. Машина готова двигаться. Ой! Жду приказа. Фига, у них пулемет. Блин! У них минометы. Офигеть. Да? Так, хорошо. Теперь они прячутся в тенях. Есть. Ну, если от меня там будет польза. Ждем приказ планеты. Так, а почему они не стреляют? У вас есть цель? Я в пути. Так, это очень хорошо, точнее не очень хорошо. Я понес потери. Уходим, уходим. Хорошо. Пути. Фу. Вам нужен снайпер? Да, товарищ. Машина готова двигаться. Так, они отсюда откуда-то стреляют минометами. Ну ладно. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Так. Уходите, блин. Ждем приказа. Машина меняет позицию. Все? Ага, отлично. Ну, слава богу. Так.
где у меня еще один? Стоп. Да, товарищ. Войти в здание. Так, где он тут идет? Действительно? Так, давай лучше сюда. Там будет лучше. О, еще один танк, этот самый. Отлично. Да, товарищ. Выходим. Пулеметчики из машины. Нет, нет. Блин. Мы не взяли, нет? Захватить последний. Не надо его захватывать сейчас, потому что... Саперы наготове. Это пригодится. Иначе будет плохо. Так, эти-то наши погибли, да, чуть-чуть? Вот эти. Жаль. Так, где вы тут? Внутрь! Пусть пулеметы прикрывают подходы! Так, хорошо. Вот пулеметчиков в пути. Так, все, подтаскиваем всех, кто остался в живых. Так, у нас же тут были кто-то. Нет. А, о! Так, отлично. Так. Пулемет готов. Так, здесь, значит, минометы будут. Так. Мы готовы. Высаживайтесь. Не могут они. Жалко. Да, товарищ. Так, хорошо. У нас есть ДП-28. Дайте нам цель. Гвардейцы в пути. Так, кто еще тут был-то? Я помню, что было много. Ёлы-палы, у меня мало осталось людей. И я никого не могу вызвать. Эх, плохо. Ну ладно. Так. Вам нужно что-то взорвать? О, во! Машины на месте. Ничего себе. Так, хорошо, вот эти, выходите. Так, давайте будем делать заграждение. Так. Что вам нужно? Пулеметчики, разместиться внутри. Так, отлично. Саперы наготове. Давайте бомбу. Саперы, поставить противотанковые мины. Так, сейчас главное, чтобы они не замерзли. Так. Отлично. Теперь берем вот этих. Да, товарищ. Пулеметчики из машины. Так, берем вот этих. Ага. Пулемет готов. Так, они не могут. Саперы наготове. Саперы, берите инструменты. У нас есть работа. Это была немецкая машина, но они уже мертвы. Залезайте. Так, отлично. Так. Вам нужно что-то построить? Да, нам нужно построить, но потом. Да, туда, товарищ. Ждем. Вашу позицию. Нам нужно что-то. Мы входим.
Отлично, теперь у меня два пулемета. Так, хорошо. То есть три бронетранспортера. Выходите. Так, эти. Давайте сюда. Да, сейчас будем строить. Раз, два, три, вот так. За работу, парни. Так, вы тут высаживаетесь. Вылезаем. Да, давайте бомбу. Это будет наше. Так, построили. Вам нужно что-то взорвать? Давайте. Здесь нужны противотанковые мины. Мины поставлены. Саперы наготове. Саперы, заминировать дорогу. Подорвем пару танков. Так. Построено согласно приказу. Вам нужно что-то построить? Да, давайте сюда. Да, туда, товарищ. Так, эти сейчас замерзнут. Вам нужно что-то взорвать? То здание, ребята. Хорошо. Летчики готовы. Отряд гвардии из ДП-2. Куда? Так, вы давайте быстрее. Занимаем строение. Блин, они сейчас сдохнут. Заходим внутрь. У вас что, не советские люди? Блин. Как они могут замерзать до смерти? Вы зимы, что ли, не ждали? Вроде они залезли. Не все, но почти. Так, хорошо. Так, давайте пулеметчики. Так, мы готовимся к атаке фрицев. Выходим. Так, давайте еще одну бомбу. Удиви врага. Поставьте тут мины. Так. Выходим. Строительство завершено. Саперы, нужна ловушка. Ставьте тут мины. Саперы, установить на подходах противотанковые мины. Так. Короче, строим по периметру оборону. Залезаем в машину. Так, хорошо. Пулемет готов. Ой, блин, они просто далеко обходят, я все понял. Да, товарищ. Им просто очень далеко обходить по этому снегу, поэтому они тут возятся. Так, сейчас мы еще что-нибудь сделаем, я чувствую. Раз есть возможность. Так, это что у нас? Миномет. Это миномет. Это минометы. Так, значит, три миномета, да? Хорошо, это снайперы. Снайперы это хорошо, это пулеметчики. Выходим. Поездка окончена. Снимаем пулемет с машины. Давайте пулемет сюда. Расчет. Занять здание. Так, теперь. Машина на месте. Выходим. Мы нужны снаружи. Так, товарищи, строим. Еще одну. Вот так. Начинаем работу. Саперы на готове. Так, вы ставите еще одну. Хотя тут, может, уже и не надо. Нам сообщили, что вы несете потери от холода. Где, где? Оружие и обмундирование солдат принадлежат государству. Блин, а что они здесь стоят? Ходим. Идиоты. Солдаты. Все, они померли. Вам нужно что-то построить. Ох. Машину. Ну все, мы готовы.
Так, что у нас? Давайте посмотрим. Здесь снайпер, здесь. Блин, как жалко, они померли просто так, получается. Ну все, понеслась. Так. Ага. Вот эти давайте. Не, давайте сюда лучше. Так, а вот эти наоборот. Вот сюда. Так, теперь. С этой стороны мы здесь вроде забаррикадировались. С этой стороны. Тоже. С этой стороны тоже. Здесь снайперы. Все ясно. Давайте. Саперы наготове. Расчет к миномету. Мы заставим его стрелять. Давайте. Все, вроде готово. Мы со всех сторон обложили здесь. Не помню, бомбы мы поставили, не поставили. Все, давайте, ребята. Так. Вам нужно что-то построить? А они могут взять? Они не могут взять. Выдвигаемся на захват. Мы займем территорию. Вперед, сапер. Нужно занять район. Все, понеслась. То есть мне не хватило одного солдата, чтобы забрать вот эту еще одну минометную, еще один минометный расчет. Ну ладно, попробуем. Товарищ лейтенант, разведка доложила, что к нам идет немецкое подкрепление. Угу. Людей к минометам, живо! Приготовить засаду! Ясно. Мы должны удержать район любой ценой. Ясно. Готовы. Установим миномет вон там. Так, встали. Красный арм, минометчики на месте. Отлично. Минометчики ждут приказ. Так, а это? Так. Едут. Идут. Фиг знает, кто там. Кто там идет? Минометчики ждут приказ. Опа. Нормально. Стоп, хватит. Хватит стрелять просто так. Так, вот. Вот куда надо стрелять. Ну и что? По реке идет немецкий штук. Вот теперь нам хана. Так, немецкий штук. Его можно утопить. Обстреляйте реку из минометов. Ломайте лед. Топите фашистский танк. А сейчас я... Блин. Блин, я ничем не могу стрелять. Ой, у нас бронетранспортер взорвали. Враг уничтожил одну из наших машин. Есть, танк взорвали. Отлично, отлично, они убегают. Есть, победа. Смотрите, как бегут немцы. Смотрите. Есть. Ну что, ребята, мы победили немцев. Отразили нападение и не умерли. Если генерал Мороз и помог нам под Москвой, то только потому, что видел больше немцев, чем русских. Нет. Самопожертвование и мужество Красной Армии и советских людей — вот что истощило и замедлило врага.
Если бы мы не сражались так яростно еще до наступления холодов, то зимой немцы грелись бы в горящей Москве. Ура! Победа, миссия выполнена! Друзья, большое спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в эфирах. Это был четвертая миссия. Следующую миссию будем играть в следующий раз. Всем пока, с вами был профессор. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте.